Наша съемочная группа побывала на праздновании пятилетнего юбилея хореографического коллектива из Остапова «Виорика», рассказывает Сергей Кулешов. За 5 лет существования коллектива было многое. Взлеты и падения, радость побед и горечь поражений. Но неудержимая страсть к танцу видна в каждом движении воспитанников замечательного хореографа Татьяны Лесковской. Существует 4 группы – подготовительная, младшая, средняя и старшая. Со старшими мы заняли, так как они занимаются у меня 5 лет, намного больше, так сказать, призовых мест, так как они у меня такие трудолюбивые девочки. Подрастает средний коллектив. У них последние 2 года, когда они увидели, что большие могут занимать места, они больше начали, у них рвение появилось к тому, чтобы мы тоже хотим, будем тоже занимать. Ну ничего, добились, съездили в Ногинск, привезли с собой 3-е место. Вот. В этом году мы заняли 1-е место «Зажги свою звездочку». Были очень рады, было неожиданно. Судя по полному залу и граду аплодисментов, «Виорику» знают и очень любят. Да и как можно не любить таких ярких, зажигательных ребят? Я занимаюсь в современном коллективе «Виорика» уже 5 лет. Сегодня как раз эта дата. Нам исполнилось ровно 5 лет, и мы устроили концерт. Помогла нам Татьяна Михайловна. Точнее, организовала все это она. Мы ей за что очень рады, благодарны. И если бы не она, этого ничего бы не было. Она самый, для нас самый обалденный хореограф. У нас хореограф Татьяна Михайловна. Просто мега-человек, который для нас, как не знаю, как подруга, который все для нас делает. И у нас вообще самый лучший коллектив. Танцы – не только красивое действие на сцене, но и тяжелая, кропотливая работа, которая по плечу лишь тем, кто их по-настоящему любит. Мне очень здесь нравится. Я буду на него ходить до конца века, наверное. Я их очень люблю. И не знаю, как я без них бы жила на свете, если бы не они. Они занимают меня, да, много времени, но я рада, что в них я чему-то учусь. И ну, очень, в общем, рада, что он существует, и я сюда хожу. Больше всех мне нравится, что здесь очень хорошо. И еще вот танцы очень весело, хорошо заниматься. Вот. И еще надо вот слушаться. Впереди у «Виорики» множество побед. Ребята еще не раз будут отстаивать честь района. А мы поздравляем их с юбилеем и желаем оставаться такими же жизнерадостными и целеустремленными. Сергей Кулешов, Игорь Коптелов для телеканала «Ринг».